Мульт битбокс батлы. Дамы и господа, приветствую вас в новом эпизоде мульт битбокс батлов. В прошлом эпизоде мы сходили с ума вместе с Пикачу и Грутом. Пикачу устроил нам настоящий битбоксовый электрошок, а Грут забацал крутой ремикс на тему Gangnam Style. По результатам голосования Грут отправляется в следующий раунд. Я есть Грут. Уверен? Ладно, ты Грут, все, это Грут. Это Грут, дамы и господа. Сегодняшняя битва будет немного жуткой. В левом углу ринга боец весом 80 килограмм и ростом 1,92 м. Он перевоплощается, возрождается из пепла и, надеюсь, никогда не придет ко мне во сне. Ищите в словаре слово «зло», и он на первой странице. Пеннивайз! Меня зовут Пеннивайз, танцующий клоун. Хочешь шарик, Эйс? Не, мне не надо шарик, нет, все нормально, можешь оставить его себе. В правом углу ринга боец весом 87 килограмм и ростом 1,98 м. Опытный химик и обладатель IQ-гения. Он сбежал из психушки Архема, чтобы составить нам компанию на этот вечер. Знакомьтесь, принц преступности Джокер. О, спасибо. Некоторые из вас не вернутся домой, но все равно спасибо. Что? О, не беспокойся, расслабься. Но скажи, хочешь покажу фокус? Ладно, Пеннивайз выступает первым. Пенни, ты готов? Хорошо, по моей команде. 3, 2, 1, поехали! Пора не пора, иду я искать. Ты не уйдешь. Найду тебя, дружок, и съем тебя на ужин. Пора не пора, иду я искать, ты не уйдешь. Найду тебя и пришью, как маленького Джорджи. Воздушный шарик, сейчас полетаем. Воздушный шарик. Ух, какое страшное выступление продемонстрировал нам Пеннивайз, но смотрите, Джокер невозмутим. Тоже мне напугал, Бэтмен на унитазе и то страшнее. Чего? Ты что, никогда не слышал про Бэтмена на унитазе? Где туалетная бумага? Альфред! Альфред! Понятно. Ну, а теперь твоя очередь показать, на что ты способен. Ты готов, Джокер? О, да, я готов. Ну что ж, по моей команде 3, 2, 1, поехали! Меняем историю, будем кратки. Уложу этого клоуна я на лопатки. Любые средства хороши, пока ты в цель попал. Завалю тебя, как шкеты, которых ты не напугал. Давай. Чё такой серьезный? В левом углу ринга большой и тупой стоит зубами клоун, как суслик луговой. Вспышка моих мыслей ослепит любого. Известно, что с катушек слетел уже давно я. Давай. Чё такой серьезный? Ты ведь клоун, должен ты смеяться? А теперь щелчками. Меня нельзя убить, Джокер. Ты прав, но я знаю, кого можно. Ладно, это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и напишите нам в комментариях, какой из этих персонажей победил в битве.
Спасибо, что посмотрели мульт Битбокс Батлы. С вами был Вербал Эйс. Увидимся в следующем выпуске. Сейчас ты у меня полетаешь на шарике. Подожди, вернись, фокус покажу. Автор сценария Вербал Эйс, режиссер-мультипликатор и автор перевода Алекс Черкасов, мультипликаторы Геннадий Марковин, Александр Рябчиков, Алекс Стайнс, фазовщик-заливщик Лариса Черкасова. Всем спасибо за внимание. Нет, правда?